Витископ. Я думаю, что очень важно, чтобы спорт не обслуживал только лишь государство. А я больше нахожусь на тех позициях, что я считаю, что государство должно обслуживать личность, решать задачи личности, давать ей возможности творческой реализации и безопасности. И на этом, на мой взгляд, функции государства могут заканчиваться. И в этом смысле спорт очень хороший метод решения многих общественных и социальных задач. И это задачи, связанные с воспитательными задачами детей. И точно так же это задачи, которые решают вопросы интеграции детей между собой в общество, как научить индивидуума гармонично взаимодействовать с коллективом. В этом плане спорт путем создания спортивных команд решает вопрос, учит ребенка становиться частью общества. Как достойно иметь чувство принадлежности к своей команде, а дальше смотрим к своему учебному заведению, городу, области, стране, и этому тоже учит спорт. То есть у спорта есть очень много того, что можно поставить на службу личности, обществу и государству. И вот здесь наша задача сейчас приподняться, как федерации, как президентов федерации, как все федерации, как представители этой спортивной общественности, приподняться над какими-то узкими процентами там, формирования команд к Олимпийским играм, либо там, финансирования детских спортивных школ, а посмотреть сверху на эту ситуацию и спроектировать эту ситуацию, как поставить спорт на службу личности, на службу обществу, на службу государству. Витископ. Спортивное видео.